25 мая в школах Кубани прозвенел последний звонок. Он возвестил почти для 16 тысяч славянских школьников о начале летних каникул. Правда, для многих ребят он действительно стал последним. В этом году навсегда со школой попрощались 450 одиннадцатиклассников. Также аттестат о среднем образовании получат 1453 девятиклассника. Праздник последнего звонка – это всегда радостное и немного волнительное событие. Большинство ребят уходят на самые длинные и интересные каникулы. И это, конечно, не может не радовать. А вот для выпускников, учащихся 9 и 11 классов, наступает ответственная пора экзаменов и получения аттестата о среднем образовании. И если девятиклассники еще могут остаться учиться, то для одиннадцатиклассников последний звонок прозвенит действительно в последний раз. И поэтому именно они были главными героями на торжественной линейке, посвященной окончанию учебного года. 11 класс, классный руководитель Булов Юлия Андреевна. Всех учащихся и их родителей с окончанием учебного года поздравила директор школы Мария Дубровина. Лучшие ученики, отличники, призеры и победители научных конференций и олимпиад были награждены прохвальными грамотами. Особые напутственные слова были сказаны, конечно, в адрес выпускников, которые навсегда прощаются со школой. Впереди у них новая взрослая жизнь, полное открытие и достижений. И они могут смело идти вперед, ведь у них была и всегда будет поддержка в лице учителей и, конечно, родителей, которые вместе с ними прошли этот большой путь от первого класса до выпускного. Наши дети отличаются добротой, отзывчивостью, воспитанностью, и огромный вклад в этом наших учителей и вас, родители. Спасибо вам, коллеги, за ваш нелегкий труд, за ваши интересные уроки, а порой и бессонные ночи. Родители, еще вчера вы держали этих красивых, но таких уже взрослых детей за руку, привели их в первый класс, а сегодня мы все смотрим на них с гордостью и восхищением. Спасибо родителям за сотрудничество и понимание. Еще раз всех поздравляю с окончанием учебного года! В адрес выпускников и их педагогов было сказано много добрых и теплых слов, и все они, безусловно, заслужены. За 11 лет обучения из совсем юных мальчишек и девчонок выросли целеустремленные взрослые люди, перед которыми, благодаря полученным знаниям, открыты все дороги. Расставаться со школой, конечно, не хочется, но в то же время очень радостно, что наступает новый этап в жизни. Я испытывала радость. Но, с другой стороны, было грустно, что заканчивается школа, взрослая жизнь начинается, жить самостоятельно, поступать в вуз, уже не школа. Было грустно все-таки. Я нашла в школе настоящих друзей, и я думаю, это единственное, вот прям так запомнится, наш классный руководитель, который с нами с 5 класса, первый наш учитель. Очень грустно как-то расставаться, как говорила, уже взрослая жизнь, впереди поступление, и очень грустно от этого. Учителям спасибо, во-первых, что терпят нас и дарят нам тоже это терпение отчасти. Благодаря их наставлениям мы можем сдать экзамены, у нас есть надежда на хороший результат. Мы не отчаиваемся, продолжаем готовиться, нас подбадривают учителя, учителя наши молодцы. За это мы их благодарим очень сильно. Самый трогательный момент любого праздника последнего звонка – это прощальный вальс выпускников. Его ребята готовят самостоятельно. Вчера ты ребенок, а завтра твой день. Теперь он так взрослый, для нас начинается. Закроешь глаза, вспомнишь голоса, и так хочется о главном рассказать. Коридоры школы, каждый день по новой. Первая влюбленность, нервы, приколы. Это было наше лучшее время. Мы на изи открывали все двери. Будь уверен, тяни новой жизни билет. Я буду вспоминать, как мы мечтали. Школа, это лучшее, что было с нами. Куда же Я буду вспоминать, как мы мечтали. Что
Все напутственные слова сказаны, прощальный вальс исполнен. Звенит немного грустно и печально последний звонок, приглашая выпускников на последний классный час. И право дать последний звонок предоставляется всем выпускникам и директору школы. Пожелаем ребятам успешно сдать экзамены, получить аттестат об окончании школы и поступить в выбранные учебные учреждения. В добрый путь, выпускники!